Олень, я вас приветствую. Хочу познакомить вас с курсом, который стартует в ближайшее время в ассоциации. Это сертификационный курс по односессионной терапии Винди Драйден. Данный курс я проходила в прошлом году, когда это был, ну, наверное, первый поток. Многие из вас, я думаю, сталкиваются и обращали внимание на практике, что не все клиенты настроены на долгосрочную работу. Более того, есть исследования, которые подтверждают, что чуть ли не большая часть клиентов выходит из терапии в первые встречи. С данным подходом ассоциация познакомила меня несколько лет назад, когда Уинди Драйден проводил у нас семинар по односессионной терапии. И, конечно, мне захотелось углубить и расширить свои навыки по работе в таком направлении. Односессионная терапия – это такой формат предоставления услуг. И смысл заключается в том, что мы работаем с клиентом в краткосрочном таком режиме. И, ну, девиз односессионной терапии – это одна проблема за одну сессию. Это курс, в котором вы не будете погружены в большие какие-то теоретические лекционные форматы. Хотя, безусловно, основные принципы и теоретические положения этого подхода Уинди дает. Самое ценное, мне кажется, в этом курсе – это возможность наблюдать за работой мастера, и иметь возможность быть его клиентом на демо-сессиях и также проводить свои сессии под наблюдением Уинди Драйдена. То есть Уинди показывает, как нужно проводить односессионную терапию, он рассказывает о ходе своих мыслей, обсуждает, почему именно такую стратегию он выбрал, ну и анализирует нашу работу, дает обратную связь о том, как бы он сделал, да, что можно было бы улучшить, что было хорошо. И это, мне кажется, самое ценное. Уинди – это живой классик психотерапии, он написал колоссальное количество книг, и иметь возможность проходить обучение у такого специалиста, мне кажется, очень ценным. Книг достаточно много, теоретических статей и все остальное также в нашем пространстве образовательном колоссальное количество. Научиться прочитать можно все что угодно. Ценность таких вот мероприятий заключается в том, что таких специалистов, как Уинди Драйден, их единицы. И ты имеешь возможность получить качественные знания и обратную связь непосредственно вот в работе. Поэтому, если у вас есть такое желание углубить свои знания или узнать о односессионной терапии несколько подробнее, то этот курс, безусловно, будет вам полезен и интересен. Кроме того, я думаю, что если даже вы не планируете становиться односессионным терапевтом, в своей длительной терапии, да, которую вы проводите с клиентом, очень легко и просто и эффективно можно внедрять принципы односессионной терапии по решению проблем, с которыми клиенты сталкиваются, по активации их ресурсов внешних и внутренних. Поэтому welcome, да, приглашаем на этот замечательный курс. И надеемся, что, как и все, что обычно происходит в ассоциации, это будет полезно для вас, это будет практикоориентированным. Если есть какие-то вопросы, всегда можете их уточнить и задать у менеджеров, тех, кто на связи практически круглые сутки. Всего доброго.